Боря, мне сказать представиться, я Сергей Воронов, если ты забыл. Что я хочу тебе сказать? Ты многие вещи знаешь лучше, чем я уже. Я на подходах. Наверное, ты все знаешь, что бы я тебе сказал. Потому что некоторые вещи мы с тобой чувствуем, ну, если не одинаково, то довольно близко. Довольно близко. Поэтому ты знаешь, что я всегда говорю мира и любви. Хотя тебе это говорить, скорее всего, может быть, излишне, потому что ты так живешь. Нет, могу пожелать тебе одну вещь, но опять же, наверное, она тоже будет лишняя, потому что ты и так, наверное, не обращаешь внимания на те вещи, которые говорят вокруг люди, не понимающие, кто ты есть и что ты несешь. Поэтому продолжай дальше не обращать внимания. Продолжай дальше делать то, что ты любишь делать, то, что умеешь делать, то, что ты хочешь делать, то, что ты делаешь. Ну, в общем, все, Борь, я тебя люблю. До встречи. Ну, естественно, с днем рождения. Хотя я понимаю, как ты формально относишься к юбилею. Я понимаю.